«Маленького принца» представили в абсолютно новом прочтении, в жанре сторителлинг, разговора со зрителем. Текст «Экзюпери» читал заслуженный артист России Анатолий Белый. Слова и иллюстрации сказки в прямом смысле ожили под звуки камерного оркестра «Виртуозы Москвы». Впервые на одной сцене в уникальном проекте собраны воедино театр музыки, театр слова и театр цветной песочной анимации. В руках художницы Марины Сосниной песок становится средством для воплощения ярких визуальных образов. Каждая картина дополняет повествование и наполняет его глубоким смыслом. Что касается роли Анатолия Белого, как говорит сам актер, «Маленький принц» – одно из самых его любимых произведений. Это философская, лирическая, лирико-философская притча Антуана де Сент-Экзюпери. Она обращена к нам, ко всем, к взрослым людям, которые забыли в себе ребенка, забыли свою, потеряли, может быть, в течение времени. Душа взрослого человека иссохла, и вот нужен этот родник в пустыне для того, чтобы вернуться к своим лучшим качествам, к своей изначальной душе. Добавлю, что на сцене Зимнего театра в рамках фестиваля Юрия Башмета уже показывали «Маленького принца». Постановка называлась «Не покидай свою планету». Текст читал Константин Хабенский. За музыку отвечал оркестр «Солисты Москвы». Как отмечают артисты, бессмертное произведение заслуживает того, чтобы его снова и снова цитировали в разных интерпретациях и показывали на разных площадках.